Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы продолжаем наши профзанятия. Следующая наша тема – Types of Catering. Types of Catering. Типы обслуживания. We are going to talk about different types of restaurants and cafes. Мы поговорим о разных типах ресторана и кафе. Also, we talk about different types of menus. Также мы поговорим о разных меню. First, let's start with topical vocabulary. Давайте начнем с лексикона. Repeat after me aloud. Повторяйте за мной вслух. A la carte. A la carte. По выбору из меню. Обратите внимание на написание. Это заимствованное выражение из французского языка, написание сохраняется. Так что будьте внимательны. Следующее выражение – table d'hôte. Table d'hôte. Общий обеденный стол или комплексный обед за фиксированную цену. Например, a three-course seasonal table d'hôte dinner. A three-course seasonal table d'hôte dinner. Комплексный обед из трех сезонных блюд. Ambience. Окружение, обстановка. Ambience. Bar staff. Bar staff. Персонал бара. Beverage. Beverage. Напиток. Buffet car. Buffet car. Вагон-ресторан. Cabin crew. Cabin crew. Экипаж, который обслуживает пассажиров, стюарды и стюардессы. Кафе. Кафе бар. Кафе. Кафе бар. Кафе и кофе бар. Кафе. Кофейня. Canteen. Canteen. Буфет, столовая в учебном заведении. Catering. Catering. Ресторанное обслуживание. Chain. Chain. Цепь. Course. Course. Блюдо, кушание для отдельной части трапезы. Cuisine. Cuisine. Кухня. Кухня в каком плане? Например, французская кухня или русская кухня. Russian cuisine. Не та кухня, на которой вы готовите. To eat in. To eat in. Питаться дома. Family run. Family run. Семейный, управляемый семьей. Например, a family run restaurant. Ресторан, управляемый семьей, и семейный ресторан. Fast food outlet. Fast food outlet. Ресторан самообслуживания. Food critic. Food critic. Ресторанный критик. Garlic bread. Garlic bread. Чесночные гренки. Гурме ресторан. Гурме ресторан. Ресторан изысканной кухни. Made to order. Made to order. Сделанный на заказ. Motorway service station. Motorway service station. Придорожный сервис. Prized. Prized. Высоко ценимый. Reasonably priced. Reasonably priced. Недорогой. Recommendation. Recommendation. Рекомендация. Service charge. Service charge. Доплата за обслуживание в ресторане. Set number. Set number.
установленное количество. Если как словосочетание с глаголом to set a number, будет установить количество, установить номер. Snack. Snack. Легкая закуска. Social gathering. Social gathering. Собрание общества или организации. Sparkling water. Sparkling water. Газированная вода. Still water. Still water. Вода без газа. Дословно переводится как стоячая вода. Still water. Special. Special. Особый, специальный. Starter. Starter. Первое блюдо, подаваемое во время трапезы. Steakhouse. Steakhouse. Ресторан, специализирующийся на мясных блюдах. Steakhouse. Takeaway. Takeaway. Есть два варианта. Это готовая еда, продающаяся на вынос, или заведение, которое торгует едой, продающейся на вынос. Venue. Venue. Место проведения мероприятия. Например, venue for the conference. Venue for the conference. Место проведения конференции. Waiter service. Waiter service. Обслуживание официантами. Wedding reception. Wedding reception. Свадебный прием. Wine waiter. Wine waiter. Сомелье. Now let's continue with exercise number 1 and 2. Давайте продолжим с упражнением 1 и 2. In exercise 1, you need to answer the questions in your notebook. В упражнении номер 1 вам необходимо ответить на вопросы в своем конспекте. In exercise 2, complete the catering survey about the area you live in. В упражнении номер 2 заполните анкету по ресторанному обслуживанию в вашем районе. Thank you.